Эмоции хорошие, только то, что выиграли сколько-то матчей, проигрывали, и вот долгожданный выигрыш. Всем спасибо ребятам, все старались, вратарь нас вытаскивал, партнерам спасибо. То есть, вытащили игру, считай, из-за командной как бы работы, из-за коллектива. То есть, ну, вот так вот вышло, что сегодня нужно было нам выиграть. По ходу матча «Медведи» дважды уступали в счете с разницей в 3 шайбы. Как считаете, в чем причина? Наверное, то, что расслабились, начали какие-то ошибки допускать. При счете 1-1 была равная игра, то есть, ну, то там, то там. А уже при счете 4-1 уже поняли, что нужно вытаскивать игру, и начали уже больше там играть. Слушали установки нашего главного тренера, и все как бы получилось. Наверное, во многом определяющая концовка второго периода получилась, когда удалось 2 шайбы забросить. Ну, я бы не сказал, что как бы это повлияло сильно. Просто начали слушать, опять же, установки главного тренера, помощников всех, и начали делать то, что они от нас просят, и все стало как бы само получаться. От этого им как бы большое спасибо, то, что нам подсказывают, верят в нас. Болельщикам сегодня огромное спасибо, то, что были на трибунах и нам только дали нас вперед.